находимся на огневых позициях артиллеристов Южного военного округа. Сейчас к удару по позициям украинских националистов на Мар'їнському направлении готовятся самоходные артиллерийские установки 2С-19 МСТА-С. Пехотные цели, поражали артиллерийские цели, вот, поражали командные пункты. Работы предостаточно хватает, и днем, и ночью, получается, работаем. Цели получаем, как правило, от беспилотников. Самая главная задача – это, соответственно, поддержать ребят, которые там на передке. Уже со второго снаряда, как правило, у нас будет яблочко.